Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу вам напомнить еще об одной пошаговой стратегии, в которую я периодически играю и о которой делал обзор год назад — Армелла. Недавно к Армелла вышло платное дополнение под названием «Узурпаторы». Вот об этом дополнении и будет идти речь в видео. За подробностями, что такое Армелла, я вас отправляю к своему обзору годичной давности. В двух словах — это пошаговая карточная стратегия на четверых, в которой вы должны разными путями занять трон или, наоборот, помочь умирающему от заражения гнилью королю. В игре много рандома, и советовать ее всем стратегам, любящим надолго продумывать свои действия, я, конечно, не могу, но зато игра веселая. Особенно если вы играете с друзьями, с микрофоном, в духе именно таких настольных игр. Здесь много подставок или, наоборот, помощи. И самое главное, что очень много путей победы. К тому же герои различаются между собой. И вот этому, собственно, и посвящено дополнение «Узурпаторы», потому что оно вносит 4 новых героя. Ну, вообще, в королевстве Армелла почему-то только 4 животных могут претендовать на трон. Это зайчики, медвежата, волчата и мышата, хотел я сказать. Но на самом деле там такие, скорее, крысы. И до этого в игре было 8 героев мужского и женского пола, то есть волк и волчица, медведь и медведица и так далее. И вот нам добавили еще 4 к этому списку. Волчица Магна. По-моему, это такая противоположность волку Тейну, который был заточен на атаку, а здесь у волчицы скорее на защиту. Медведь по имени Кхор. Ну, до этого в Армелла все медведи скорее на магию ориентировались. Кхор такое немножко странное гибридное решение, но со своей особенностью. Когда он остается в лесу, вообще не просто остается там, находится в лесу и так далее, он превращается в деревянное чудище такое. Причем, когда с ним дерешься, в битве он тоже будет выглядеть как деревянное чудище, а не медведь. И именно в лесу у него работает несколько его способностей. Причем, вот в русском переводе они очень странно переведены, я вам лучше сейчас своими словами объясню, чтобы было более понятно. Так вот, когда Кхор находится в лесу, он тратит настолько единиц магии меньше на игру какой-то картой, сколько еще клеток леса вокруг него. И другая у него способность называется порча. Он может наложить пробуждение деревьев на любой лес на карте вне зависимости от духа и расстояния до него. Так как карты, собственно, генерируются рандомно, то вполне может быть, что сгенерируется лес, вокруг которого еще будет 3. Заходите туда к хорам этим и вперед с памяти заклинаниями, потому что они будут у вас стоить, да практически ничего не будут стоить. Самый прикольный, по-моему, персонаж, и в чем-то даже читерный, это крыса Саргон. У него такой очень нездоровый вид, явно заражен непонятно чем. Ну, выглядит как чернокнижник или какой-то некромант. Так вот, у него интересная способность, что при выборе карт он видит верхнюю карту каждой колоды. Благодаря этому он может просто выбирать удобные для него карты, которые он сможет прямо на этим ходом и сыграть. Кроме того, у него сразу на старте есть 8 монет и такая мистическая анимация перемещения, как бы он телепортируется с клетки на клетку. В общем, среди всех персонажей, пожалуй, самый мистический. По характеристикам он близок к зайчихе Амбер, разница только плюс-минус 1 в силе и интеллекте. Но вот эта его способность, что он берет, выбирает карты в начале каждого хода и видит их, это, по-моему, очень сильно. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Ну и, наконец, еще одна зайчиха, Элисия. Нарисовали ее с таким пафосным гордым видом. Она ходит по карте грудку вперед с каким-то посохом, шапка такая, шапо, блин. И у нее тоже интересная способность, она укрепляет ту деревню, в которой завершился ход. Выглядит это так, что вокруг деревни строится каменная стена, и, во-первых, все, кто там находится, будут получать бонус к укреплению, не только эта зайчиха.
Но прикол в том, что для того, чтобы попасть в эту деревню, всем остальным героям приходится тратить 2 очка действия. Кроме Элисси, она не будет тратить 2 очка действия. При этом укрепление остается до конца игры, вне зависимости от того, кто туда зашел. Стражник, соперник, гад, неважно, укрепление будет до конца игры, его никак не убрать. Есть карты с укреплением, знаете, но тогда строится деревянный частокол, вот он может быть убран, а вот это укрепление от Элисии не убирается. И таким образом вот зайчиха может довольно много деревень начать контролировать, потому что многие игроки не хотят тратить аж 2 очка действия, чтобы в эту деревню зайти. К тому же мало кто хочет на Элисию нападать, когда она находится в деревне вот с этой дополнительной защитой. Кроме персонажей, еще 4 новых колечка добавили. Я не буду на них особо останавливаться, потому что игровой процесс они особо не меняют. Просто есть дополнительные возможности еще. В общем-то, вот такое дополнение, и при этом на данный момент оно стоит 250 рублей. Пожалуй, если вы меня спросите, покупать или нет, я бы сказал, что надо, если вы любите играть в Армелла вообще, в принципе, то дополнение вам тоже понравится как дополнительный герой, но надо понимать, что оно не меняет особо геймплея. И, пожалуй, наверное, стоит дождаться какой-нибудь распродажи. Кроме того, если вы хотите попробовать это дополнение, то найдите у себя в друзьях того, кто его купил. То есть, слава богу, разработчики Армелла не такие жадные, как кое-кто, не буду показывать пальцем. И, опять же, как и, например, Amplitude Studios, дают возможность использовать новых героев, если вы присоединитесь к игре, которую создал тот человек, у которого это дополнение есть. Только надо понимать, что это должен быть друг, а не рандомная игра. Если вы вот там в рейтинговых рандомных играх где-то находите соперника, даже если у него есть дополнение, то вы этих героев все равно не получите. А вот при игре с друзьями, потому что мы уже пробовали, и я создавал игру, а у людей не было этого дополнения, все равно они получали доступ к этим героем, то есть вы сможете сыграть и попробовать. Так что это действительно дополнение, оно просто дополняет игру 4 новыми героями и 4 новыми кольцами. По традиции, я вот после обзора, наверное, завтра еще выпущу видео конкретно сетевой партии, чтобы вы могли определиться, если еще не очень понимаете, нужно вам дополнение или нет. Ну и еще раз повторю, те, кто не в курсе, что такое Армелла, я их отправляю к моему плейлисту по Армелла, потому что там есть и обзор, и уже игры сыгранные. Рекомендую посмотреть и обратить внимание на эту пошаговую карточную стратегию. Я вот в течение года периодически в нее играю и получаю большое удовольствие. Ну а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.